поздравить всех нас с Днем России. Сегодня праздник. Аплодисменты. Решение принято, что эти автобусы пойдут для наших детских спортивных школ. Я очень надеюсь, что они очень нужны. И, конечно же, детские спортивные школы, они должны участвовать в соревнованиях. Если вы не будете соревноваться, значит, вопрос тренировочный процесс, он не даст того результата, который мы хотим. И, конечно же, вы должны выступать на республиканских, российских, международных соревнованиях. Осталось 24 дня до проведения универсиады. Много событий, но я думаю, что для детских спортивных школ получить автобус – это приятное, хорошее событие. С чем я вас и поздравляю.